Всем привет. Коротенькое видео. Получил посылочку из Таллина. Что-то часто от прибалтов нам шлют. Наверное, склады там какие-то сделали. $27 цена. Это вот такой вот вентилятор. Вентилятор для экструдера, для охлаждения деталей. Вот такой он турбинного типа. 12 вольт, 0,13 ампер. Заявлено 7000 оборотов. Ну, что надо про него тут говорить? Особо-то нечего. 5 сантиметров он, 5 на 5, то есть я его убрал. Вот как раз таки здесь крепить на экструдер. И вот здесь уже будем ставить для охлаждения деталей. Он тоже потом распечатается. Такая штука. И вот сюда вот он будет крепиться. И будет, значит, охлаждать. Вот такой вентиляторчик. Сказать особо нечего тут про него. Вентилятор как вентилятор. Кому интересно, ссылочка в описании будет. Всем пока.